компания «АрселорМиттал Темиртау» оказала поддержку залу тяжелой атлетики города Темиртау и приобрела необходимое оборудование для полноценного тренировочного процесса и проведения турниров. Теперь зал оснащен 3 новыми штангами, 2 стойками и множеством блинов разных весов. Дети очень довольны. Дети сами принимали участие в разгрузке, в распаковке сами. Вот они были очень довольны этим. Улыбки не сходят до сих пор с лица. Тяжелоатлетическое оборудование, которое закупила компания «АрселорМиттал Темиртау», используется профессиональными спортсменами и не раз было представлено на различных международных турнирных площадках. Например, тренировочные диски такого типа использовались на Олимпиаде в Токио. Спортсмены уверены, что 3 новых дорогостоящих комплекта штанг значительно усилят оснащение темиртауского зала тяжелой атлетики. Наш зал является основным соревновательным залом в области. Тем самым шагом «АрселорМиттал» нам помог для дальнейшего развития тяжелой атлетики нашего, как минимум, этого зала, стадиона «Строители». Теперь в зале планируют проводить как республиканские, так и международные турниры по тяжелой атлетике. Кристина Кириченко, Андрей Буховский, новости Темиртау.